Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Но, вы понимаете, я понятия не имею, что он сказал. Но вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники там администрации либо правительства? Что? У меня своя работа.